И открылись врата перед ним. Бэкст! Он там! Быстрее туда! Приветище! Мы продолжаем с тобой искать сокровища! И да, кстати, я уже докачался до 25 уровня, специально, чтобы пройти за занавесу той самой огромной стены. Слава богу, что разработчики починили прокачку. До этого она не работала почему-то один день, но сегодня уже все в порядке и можно спокойно играть и качаться. Я тут уже себе прикупил новый чемоданчик на 15 вещичек. Вот такой вот двойной металлоискатель и двойную лопату. Сейчас покажу, смотри, какая лопата. Теперь-то с ней в два раза быстрее можно копать. Вот, вот такая вот лопатка у меня теперь. Так что искать новые. Ого, Red Bull окрыляет. Ну что, давай немножечко здесь покопаем и пойдем вон на ту желтую зону. И да, кстати, я тут еще немножечко деньжат поднакопил, 158 тысяч, так что мы сейчас с тобой, прежде чем пойти на желтую зону, обязательно забежим в магазинчик и прикупим новых инструментов. Так, что у нас здесь? Ну-ка, показывайся. Опа, руда, золотая руда. Gold ore, за которую нам дали $1000. А здесь у нас что? А, ну здесь черепок, ничего интересного. Все по стариночке. Цепь, золотая цепь над убитом. Отлично, что тут у нас? Кубок, серебряный кубок. А тут у нас... Воу, полегче, сколько копать надо. Ладно, давай копаться. 11 тысяч в глубину. Да ты глянь, это же, по-моему, сейф. Неужели сейф нашел? Только он почему-то открытый. Оу, маленький сейф, за который получил $12,000. Офигеть. Это, конечно, все интересно, но хотелось бы найти что-нибудь такое оригинальное, очень интересное и необычное. Блин, походу я сейчас опять сейф выкопаю. Посмотри, сколько копать надо. Эй, Чиж, ты как туда забрался? Ты видел? Там чувачок бегает. Надо будет потом тоже туда как-нибудь попробовать забраться. Наверняка есть лазейка. Ну да, это снова сейф. Сейф, это хорошо. Выкопаем. 12 тысяч пригодится, лишним не будет. Так, что у нас здесь? Меч? Да ладно, меч! Золотой меч! Ты только глянь, какой он крутой! О, 3000 за золотой меч получу. Офигенно. А тут у нас что? Да ладно, череп динозавра! Офигеть! Вот это редкая находка. Правда, стоит не очень много, но да ладно, все равно это прикольно. 39, 40 тысяч! Глубину копать! Офигеть, как это долго! Ну что ж, мы истинные копатели, так что давай копать. То есть мы истинные искатели, хотел сказать. Хотя искатели-копатели, какая разница? Фух, я уже запарился искать и что-то там металлическое квадратное. По-моему, это снова сейф. Только он побольше. Большой сейф. Интересно, сколько за него дадут? Сейчас узнаем. Нифига себе сейфик. Какой он здоровый. Как же его закопали под землю-то так, а? 40 тысяч! О май гад, я богат! А, 40 косарей за такой огромный сейф. Воу-воу-воу, ты посмотри, как мигают желтые огни. Очень-очень большим сиянием. Давай попробуем здесь копнуть. Что у нас? А, черепок. Повелся на сияние. Ничего интереснего, ничего путнего. Бронзовая монета была. Тут у нас что? Оу, чемодан! Ты видел, чемодан был? Но за него не шибко много тоже денег дали. Ладно, пойдем все это дело сдадим. Опа, сколько нам сейчас? 70 тысяч мы с тобой срубили. 70 косарей, офигеть. Вот это мощно. Так, что у нас здесь? Давай копнем сейчас. Что у нас там? Руда, блин. Цепочка. О, на еще один кейс наткнулся. За него 500 баксов дают. Оу, ты посмотри, это же сундук. Сундук с золотом. Сколько же за него выдадут? 750 баксов дали за сундук. Ну, это совсем как-то ни о чем, да? За сейф больше дают. Намного больше. В общем, все. Мне надоело здесь копаться. Пошли сейчас мы с тобой апгрейдимся. Прикупим новые инструментики. Потому что у нас с тобой уже 230 тысяч почти баксов. Так, что мне нужно купить из металлодетекторов? У меня сейчас такой. Можно купить такой за 150. Не-не-не, это слишком дорого, нет. Давай лопату посмотрим. У меня сейчас вот такая. Можно купить за 175 такую или за 450. Нет. Давай лучше посмотрим еще рюкзаки. Что у нас там есть? Где? Вот это мой. Следующий у нас за 40. В принципе, можно было бы купить, да? Дешево относительно. За 95 тысяч на 21 место. 230. Ага.
Ладно, короче, я понял. Я покупаю лопату. Это самый оптимальный выбор. За 175. Вот так вот. И покупаю себе суммарь. Суммарь покупаю вот... Вот эту... А, блин, на этот не хватает. Надо поднакопить. Так что я лучше немножко потерплю. Все, пошли. Пошли с новой лопатой копаться. Ух ты, подписчик. Сколько ж на тебе шляп. Ой, и все, по-моему, это из яиц. О, так у тебя свой пиратский попугай есть. Нифига себе. Как не скучно будет поговорить с ним. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Да ты крутой. У него тот самый рюкзак, который я только что хотел купить. Но, к сожалению, из-за своих средств у меня не получилось этого сделать. Ладно, все. Пошли. Пошли копаться вон на той желтой локации. Надеюсь, там что-нибудь очень-очень эпично крутое нам попадется. Мы выкопаем и будем просто богатеями с тобой. Так, стеночки нету. Нам ничего не препятствует перейти эту зону. Вот она, черта. Итак, та-дам, мы перешли. Мы в новой локации. Но там еще, смотри, какие крутые локации. Там прям такие дьявольские, как будто как в аду. Вот, там, по-моему, мостик даже есть. Или мне кажется. Блин, надо до 125 уровня прокачаться. Я прям мечтаю туда попасть. Что ж там можно выкопать-то такого, а? Давай приступим к раскопочке. Мы сейчас, по-моему, стоим ровно по центру. Так что давай копаться. И раз. Что? Колечко за 20 долларов? Вы что, издеваетесь, что ли? Я шел 25 уровней ради колечка за 25 баксов. О, да не. Давай здесь копнем. Что у нас здесь? О, чемоданчик за 500 баксов. Пока что-то как-то скудненько. Очень скудненько. Черепочек за 80. Цепочка за сотню. Здесь... О! О, здесь поглубже надо копнуть. Здесь, по-моему, маленький сейф будет, да, у нас? Не, смотри-ка, золотой кубок. Ну, кубком меня, конечно, не удивить, который стоит 5000. Здесь у нас что? Серебряный слиток. Ничего себе. Так, здесь у нас чемоданчик с 500. А тут еще один чемоданчик с деньгами. Прям что-то фартит не на эти чемоданчики сегодня. 22 тысячи мы пока получили с тобой. Так, давай здесь начнем. Блин, ну что это за дела? Опять колечко. А здесь чего? О, господи, ржавая монета. Бронзовая монета. Да не, они точно издеваются. Ну, чемодан с деньгами. Еще один чемодан. Сколько можно-то? Кольцо ржавое. О май гад. Цепь. Золотая монета. Серебряное кольцо. Ржавое кольцо. Черепок за 80 баксов. Да ё-моё, еще один черепок. Ну что такое? Где нормальные эти сокровища? О, да неужели? 12 тысяч глубину надо копать. Ну что ж, посмотрим. Ну это сундук. В принципе, все то же самое, что и на той локации. Ну вот, что-то меня не удивило совсем эта желтая локация. Пойдем все это дело продадим. И купим рюкзачок. Ой, еще меньше денег получил, чем с прошлого захода. 13 тысяч. Да как так жить-то можно вообще? Так, а мы тем временем с тобой сейчас купим сундук. Ой, сундук, все, у меня уже крыша едет, дом стоит. Рюкзачок. А, так у меня 5 тысяч не хватает. Ладно, бежим копаться еще. А может быть просто попробовать в самый дальний угол забежать, вон туда вот. К этой стенке. Возможно, там все сокровища лежат интересные. Сейчас проверим. Так, вот прям вот возле стеночки начнем копать. Вот тут вот. О, 5 тысяч в глубину. Нормально. Что это у нас там? По-моему, это маленький сундук, да? А не, золотая чаша, золотая. Так, получаем ее. 5 тысяч в кармане уже. Во, ну наконец-то, 12 тысяч в глубину. Опять сундук, о, этот. Опять сейф. Ну да, смотри-ка, сейф. Я уже вещи начал различать по глубине. Тут все так просто на самом-то деле. Так, здесь давай копнем. Мини-сундук. Прикольно. Ну вот, 59 тысяч. Вот это я уже понимаю. Пару сейфов нашел там. Вот теперь-то можно прикупить сумку. Сумка, где же ты? Где она там, как долго листать? Во, за 95 баксов покупаем. Огонь. Ну ништяк. Три контейнера у меня, прям это, топливный бак какой-то за спиной. Все, пошли копаться дальше. Ты смотри-ка. Все так копают, как будто словно застыли. Словно это челлендж с замиранием времени. Забыл, как он называется, правда.
Яйцо, стой, не беги туда, сейчас ударишься об стенку. А, кстати, я же хотел забраться на стенку, точно. Так, сейчас мы это дело попробуем сделать. Осуществить. О, так тут вообще легко взобраться, смотри-ка. Вот мы и на стенке. О, там какая-то синяя фигня. Так, а на елку могу взобраться? Могу, но дальше выше не могу. Ясно. Это было познавательно. Думаю, что здесь больше делать нечего. И нужно спускаться. Опа. Воу, я наткнулся на большой сейф. Ну, наконец-то. Сейчас мы получим 40 тысяч. Давай вылази, блин. Дай мне 40 баксов. 40 баксов. 40 тысяч баксов. О, вот это я понимаю. Вот это поиски сокровищ. То ж нужно. А здесь у нас что? А, это, по-моему, этот. Кубок золотой, да? Ну-ка, сейчас проверим мои знания. Да, смотри-ка, кубок золотой. Точно. И колечко еще в придачу мне. Блин, да ты только посмотри, мне одни только эти сейфы начали попадаться огромные. Как же они меня замучили, а? Их так долго выкапывать. Нужно срочно купить улучшенную лопату. Давай, красавчик, вылази. Вот так вот, ну же. 40 тысяч. Блин, ну все. Сейчас точно пойду лопату покупать. О, здравствуйте. Я пить как бы не хотел, но за паночку спасибо. 2 бакса все равно в копилочку пойдет. Опа, сундучок, 750 баксов, кармашек. Все, полетели. Интересно, хватит ли мне на новую лопату? 239 тысяч? Ну, мне кажется, что навряд ли, но сейчас посмотрим. Где лопаты, лопаты? А, ну да, двойная лопата 450 тысяч стоит. Ого, как-то это слишком. Давай лучше тогда металлоискатель купим покруче. Вот этот вот я хотел, но мне что-то кажется, что нужно поднакопить еще чуть-чуть, мне не хватает буквально 10 тысяч, и я смогу купить нормальный металлоискатель. Правда ржавый, но он того стоит. О, да, красоточка, настоящий металлоискатель. Покупаем его за 250. Обалденно. О, да, ты только глянь, я теперь как настоящий искатель. О, у девочки тоже такой же есть, вон, смотри. Ну что ж, пошли искать сокровища. Теперь мы можем искать в несколько раз глубже. А это означает, что мы обязательно сейчас с тобой найдем чего-то очень такого, чего-то очень крутого. Того, что еще раньше не находили. Итак, приступим. Начнем вот с этой кучки. Что у нас здесь? Ага, бронзовая монета, пока ничего интересного. Горстка золота, точнее руда золотая. Что-то у меня такое предчувствие складывается, что меня где-то кинули. Только не могу понять где. Что эта локация желтая, что та зеленая, она вообще по поиску предметов ничем не отличается. Все то же самое. Смысл тогда создавать вот эти вот 65+, 125+. Вообще не понимаю. Опачки, золотой слиток. Уже что-то новенькое. Но пока не впечатляет. Воу, посмотри-ка, что это за сундук такой. Какой-то он это, бледненький, да? Без текстур. 8250 долларов мне за него дали. Ну, слабенько, злабенько, очень слабенько. Воу, что это такое? Что это выкапываете там? Тотем какой-то, что ли? Ничего себе. Бронзовый тотем, офигеть. Да, что-то как-то кроме бледненького сундука и тотема, в принципе, больше ничего не попалось. А, ну еще этот, золотой слиток. Вот, в принципе, и все. О, серебряный тотем за 25 тысяч баксов. Нормальненько так. Но это я выкопал на зеленой территории. Вот это прикол. Ну что, вот и все. На сегодня, по крайней мере. Следующий рубеж — это преодолеть уровень в 65+. Надеюсь, что там будет что-нибудь ценное. Не так, как с этой территорией за 25+, получилось. Потому что здесь каким-то, ну не знаю, кидаловым попахивает. И, ну, смысл качаться, если тут все то же самое, что на зеленой территории. В общем, такие дела. Если тебе понравилось, то есть у тебя лайкосик, комментарий под видео и подписочка, если ты еще не подписался. Всем спасибо за просмотр, удачки и до нового видео. Пока!